Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Вер. И сегодня у нас распаковка очередного подарка с AliExpress. Точнее, просто моего заказа. И это у нас Monopod. Пришел он довольно быстро, за 2 недели. Я его только на днях взял на почте. Так, ну что ж, приступим к открытию. Посмотрим. Так, коробка полностью со всех сторон запечатана. Так, начинаем вскрытие. Так, ладно, кое-как открыли. Достаем все, что содержится в этой коробке. Итак, первое. Это, я так понимаю, сам Monopod. Так. Так, что отдельно идет? У нас какое-то крепление, наверное, для пульта. Так, отдельно у нас идет еще дополнительная ножка для телефона и для самого Monopod'а. И вот сам пульт. Так, еще что-то у нас внутри. Опа, и отдельно ручка идет. Так, хорошо. Все, больше у нас ничего нет, больше ничего не гремит. Это все, что я смог достать. Итак, что у нас есть? Еще раз проверяем. Это пульт, это сама ножка дополнительная и сам Monopod. Так, начинаем открывать все по очереди. Так, ага. Вот сама палка. Достаточно... Тоже хорошо спаковано было. Ага, так, первое ощущение. Резиновая ручка с вырезами под пальцы. Так, фиксаторы. 3 звена. Довольно длинная получается палка. Так, и все. И регулятор для телефона. И подставка сама. Так, ага, вот вперед-назад. Она вся фиксируется. Так, это для телефона у нас. Соответственно, сама она должна откручиваться. Откручивается. Да, она откручивается. Ее можно поменять. Так, сейчас что-то она не откручивается. А, все. Отлично. Так. Откручивается. Итого у нас получается 2 держателя для телефона. Сюда можно прикрепить камеру, фотоаппарат и также камеру GoPro. Так, посмотрим вторую ножку. Ну, сначала посмотрите, какая она длинная. Действительно, хорошая палка. Скорее всего, на удочку похожа. Такой вот паучок, вот такая вот подставка, на которую крепится, я так понимаю. Ага, вот эта подставка для телефона. Вот как она выглядит. Так, сам телефон у нас. Так, попробуем. Вот как это смотрится. В принципе, удобная штука, чтобы не таскать с собой большую палку, можно взять вот эту маленькую. Даже можно ее сложить и просто ходить вот так снимать. Так. Ну и сам основной пульт, который идет в комплекте. В комплекте со всеми этими палками. Ей зашибить можно кого угодно, если что. Самое главное то, что в этой палке есть стопорные прорезы. Вот они видны. Это дает то, что при своем весе камера не прокручивается на этой палке, как у большинства. Так что этот Monopod стоит своих денег, и я вам советую его купить, потому что он действительно выглядит мощно, так красиво и достаточно эффектно. Так, ну и посмотрим пульт.
Так, пульт голубого цвета почему-то. Но зато сильно молодежно и красиво. Так, посмотрим, как он у нас работает, дабы проверить. Так, у меня iPhone 5. iPhone 5. Поэтому будем смотреть, как он будет работать с ним. Так, включаем он. Так, он сразу у нас заморгал. Так, и попробуем подключиться через Bluetooth. Так, ну это основная камера. Попробуем сделать щелчок. Так. Угу. Как видите, он снимает. Все отлично. Пульт работает. Так, посмотрим, как фронтальная камера работает. Так, нажимаем на кнопку. Все, делает снимки. Отлично. Так, пульт работает. Все работает. Еще бы хотелось бы показать, как сам монопод фиксируется на эту подставку. Итак, мы откручиваем держатель от телефона, и снизу есть такое отверстие. Отлично, и получился монопод на подставке. К сожалению, на камере это не видно, полностью держится сама палка, но стоит уверенно. И выглядит это вот так. Мощный, отличный монопод. Это, наверное, самая лучшая селфи-палка, которую я либо видел. Пришла быстро, за 2 недели. Продавец общительный, хороший, быстро отправил товар. Ссылка на монопод под видео в описании. Заказывайте, не пожалеете. Всего доброго и до скорых встреч!